ступенькам. Вот что получилось. Классический раздув. Вчера не смог снять, потому что влажность была большая. Вот, покажу туда вот. Наверное, поближе, чтобы видно было. Вот, раздув. Дальше идет уже целяк. Долблю только половину в крошку. Не знаю, что получится за сутки. Сантиметров 20-30, наверное, в лучшем случае. Ну вот. Засим кончаю. Такие моменты требуют заснятия. Вот. Ничего пока еще не дошли, зато вот такие вот глыбы выворачиваю. 4 клина. Только тогда поддалась. Это махина. Теперь мне ее отсюда не выкинуть. Силы же нет дробить тоже. Поэтому сдвину где-то рядышком. Работаем дальше. Было тут два, три ядра было. Все они сходятся, похоже, в одно. Да. Это хорошо и плохо. Сейчас покажу где-то тут. Но не вижу. Это тут торчит слюдка. Где-то здесь льда есть. Мусковит идет скворцем. Мощное ядро. Работаем дальше. Все быстрее и быстрее дела идут. Вот уже и кувалда заканчивает свой. Жизнь. И это, и вторая, это плохо. 9-килограммовик. И вот у этого основного ядра идет очень красивый уже шпат. Где он? Вдруг потерял. Спустимся ниже. Давайте катакомбы. Да, вот они. Вот они. Вот какой кристалл. Шпата хороший. Тут выше немножко. Вот кварчиковое ядро. И буквально... Вот еще одно ядрышко туда идет. Между ними пока дикарь, это серость, но они, видимо, объединились. Еще каких-то полметра, что уже не взять, им можно думать о чем-то хорошем. Ладно, нет. Дальше бить уже невозможно. Обнаружил маленький кармашек. Но в нем пока ничего нет, кроме глинки. Но глубокий. Сейчас поудобнее встанем, чтобы показать. Вместо кристаллов, которые хотелось бы видеть, там находится кварц ядерный. А все к тому, что шпат уже альбетизированный такой маленький, но
Ну, посмотрим. Пока светло. Хочу заснять этот карман. Если так у нас. Вот, вот тут она должна блестеть. Нитка-то неплохая. Вообще классная. Шматки такие. Ну вот, если ничего завтра не выгребу, буду долбить дальше. Ступать некуда. Две травмы сегодня. Для наглядности, вот клин самый длинный вставил 30 сантиметров. Шпат, и слюда идет дальше. Даже самым длинным клином долбить нельзя. Это значит полметра снимать вот этой всей. Это недели работы. Очередное включение. Так, покажем. Вот большая кувалда. Ниже спуск. Это старая яма. Здесь вот маленькая кувалда. И клин. Вот этот длинный клин в центре кадра. Вот, снял, видите, сколько плит. И здесь ядрышко обнаружилось. Неплохое ядрышко. Здесь вот идет. А здесь вот около клина это шпат. Настраивайся. Вот шпат с мусковитом, с пачками мусковита. Вот сейчас перевожу на ядро. Вот здесь вот ядрышко. То, что я сделал. Вот. Раздув какой, видите, вон туда загибается шма, и в эту сторону идет тоже раздув небольшой. А вот это вот старая, старый карман, в котором ничего не было. В связи с нехваткой времени хочу продолбить так же, как этот карман, канавку. Вот здесь вдоль всей этой ямы. Канавка глубиной 20 сантиметров хотя бы. Если есть занор тут поблизости, можно будет рукой достать его. Вот. Ежели нет, то за зиму вода скопится, разорвет эти плиты. Во всяком случае нарушит. На следующий год можно будет брать. Вот уже что здесь у нас. Если смотреть с этой стороны от этого кармана, ясно, что здесь идет раздув. И здесь раздув. От гнейса я здесь сработал. И весьма вероятно, что вот эта жила, вот ее конец, она идет сюда. И именно в этом месте
она делает небольшой поворотик, меняет свое направление. То есть в этом месте, похоже, у нас изменение, небольшое направление. Это уже интересно на будущее. Но все, некогда работать. Но волосы гудят. Пятки в яме прямо растут. Ну, там еще свинька. Тут еще. Ох, около пня какие кружки. Так что тут не так просто в этой яме. Она волшебная. Даже не подумаешь, сколько мы тут наворочили. Еще ребята. Опа. Срежем на жареху. Да, ребята, вот это удар. В этом заморыше я его полностью уже выскреб. Берила не оказалось. Дымчак был дымчатый, вот он. Но это не то, что искали.